За 22 года существования союзного государства сотрудничество двух стран вышло на новый уровень, и сегодня оно охватывает практически все сферы. Взаимодействие Брянской и Гомельской областей – один из успешных примеров. Растет товарооборот между нашими регионами, усиливается молодежное приграничное сотрудничество, развивается туризм, создается единое информационное пространство. В составе брянской делегации в Гомель отправились ведущие творческие коллективы региона. Вековые культурные связи, объединяющие наши славянские народы – сегодня только крепнут. Это связи, это возможность следить за творчеством друг друга, возможность обмениваться какими-то новыми тенденциями в театре, в сценографии. Да, ну, в конце концов, это все объединяется одним большим и емким словом «дружба». Мы дружим вот уже 30 лет. От имени губернатора Брянской области всех гостей торжеств приветствовал заместитель главы региона Юрий Макренко. Он отметил, что у наших регионов есть перспективы дальнейшего развития и расширения партнерства в самых разных областях. Елена Лыщицкая для программы «События».